Итак, сегодня участниц ждет новое испытание. Сегодня участницы должны приготовить блюдо нашему холостяку Анатолию. Итак, участницы уже приготовились. И первая участница Юля. Просим. Это мой фирменный супчик, который называется рыбий жир. Такс. Ну что, не нравится? Да нормально, все, я наелся, спасибо. Хорошо. Так, следующая участница Минка. Моя фирменная курочка. Как вкусно. Спасибо. Следующая участница Зои. Мое фирменное печенье в форме рыбок. Вкусно. Спасибо. Так, следующая Виолетта. Это мои суши с рыбой. Да что сегодня за день-то такой-то с рыбой? Вкусно, спасибо. Так, и последняя. Моника. Это мое фирменное мороженое, с которым я победила в кулинарном шоу. Это хорошо. Какое блаженство. Как вкусно. Единственное блюдо, которое мне так сильно понравилось. Спасибо. Итак, Анатолий, вам все блюда понравились? Да, кроме одного. Какого вы узнаете на церемонии сердечек? Это хорошо. Так, Анатолий, какое вам блюдо очень сильно понравилось? Потом тоже узнаете. Ладно. Вы можете проходить в свою комнату. Хорошо. Итак, с вами была я, Алия. Всем пока. До скорых встреч. Увидимся в следующем выпуске.